На нашем канале есть рецепт маринованного имбиря. Пришла пора сделать сладкий его вариант. Сделанные своими руками имбирные цукаты очень вкусные и полезные. А самое главное, в них нет никакой химии. И делаются они достаточно просто. Нам будет нужен как можно более свежий и молодой корень имбиря, который предварительно следует почистить. А также лимон, вода и сахар. Если у имбиря много отростков, то его я нарезаю наискосок. Так получаются более длинные кусочки. Форма здесь не важна. Можно даже нарезать его кубиками или брусочками. Мне нравятся дольки примерно в 2 мм толщиной. В чистом виде у меня получилось 200 граммов имбиря. Заливаем его водой и варим на среднем огне около часа. Если вы не поклонник жгучих цукатов, то в процессе варки можно 1-2 раза поменять воду. Имбирный отвар не выливаем, его можно будет добавлять в чай. Готовим сироп из расчета на каждые 200 граммов воды 200 граммов сахара. В некоторых рецептах в сироп добавляют лимонный сок или лимонную кислоту. Мне больше нравится добавлять свежий лимон. Заодно получится еще и пряные лимонные цукаты. Забрасываем в кастрюлю лимонные дольки, а к ним для аромата можно еще добавить бадьян и отваренный имбирь. Варим его до тех пор, пока он не станет прозрачным. Это займет еще минут 20-30. Сливаем в дуршлаг. Даем стечь излишком сиропа. Выкладываем кусочки на пергамент. Сушим в теплой духовке с конвекцией, пока они слегка не подсохнут. Затем их можно обвалять в сахаре, но мне больше нравится сахарная пудра. Кстати, имбирь в сахаре на вкус воспринимается менее острым, чем в сахарной пудре. После этого имбирь можно еще досушить в духовке до желаемой твердости. Итак, варим имбирь в воде около часа. Делаем сироп из расчета 1 часть сахара на 1 часть воды. Варим в сиропе вместе с лимоном до полупрозрачности. Подсушиваем в теплой духовке. Обваливаем в сахаре или сахарной пудре. Досушиваем до конца. Превосходные имбирные цукаты с легким медовым привкусом готовы. Приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!